Здравствуйте, дорогие! Здравствуй, Рига! Я думаю, люди не только из Риги, да? Ну что же, мы приносим извинения, что пришлось перенести концерт. Но это была не наша вина. Случилась трагедия в декабре в Риге. Мы очень сочувствуем и поэтому перенесли концерт на сегодня. И спасибо, что вы пришли, не пожалели времени и денег посмотреть эту нашу программу иначе. Спасибо вам. Спасибо. Программа «Иначе» была создана в 2011 году. И, в общем-то, она о том, что именно сейчас происходит. Вот этот политический хаос, борьба разных сил, и страдают люди. И не дай бог, чтобы это еще было жестче и кошмарнее. Наша программа об этом, о страдающем человеке, ищущем какие-то выходы из сложившихся обстоятельств, достаточно тяжелых порой, невыносимых, именно о человеке. И я думаю, что все-таки добро победит, потому что мы люди. И мы должны об этом, прежде всего мы, не забывать. Спасибо вам. Если мы люди, мы всегда найдем выход. И выход без крови. Спасибо вам, друзья. Еще раз мы начинаем. Спасибо.
Костя. Были в тумане, ждали, не сили глазами свет. И грязь последнего дня. Мы долго на это смотрели, не помня, не узнавая. Видали такого немысленного, неведомого огня. Прокатившимся этой ночью мы оставляем землю. Будущее надежно укроет нас провода. Чем станем мы завтра ветром, пустой повальною тенью. Об этом знают лишь звезды, молчащие в небеса. Земли и травы, в каждом вздохе дрожащих век. Знай, что правы свидетельства древних, от Евангелия до Корана, что те, кто идут за нами, найдут тот же самый век. Родившимся этой ночью мы оставляем землю. Не смогли мир сделать добрее, любовью не стала ты. Но до конца этого света ни одному дышать поколению, пока горят поминальные свечи, еще годы до темноты.